Шакал. Я не могу. Фу. И шаг вонючий. Остался. Ой.
Потерпи, миленький. Потерпи. Все нормально. Все будет хорошо. Все залечим, будешь как новенький. Потерпи, потерпи. Петька! Братишка! Петь! Ну что, как, нормально? Нормально. Точно? Поспать бы. Жарко. А у Сеньки в вертолете кондиционер не работает. Анюта! Я тут-то! Не пора ли сделать перевязочку? Так давайте посмотрим, товарищ майор. Она не замужем, и он холостой. Из одиночества сбежали вдвоем. А ну, убери руки, жених! Семен, отпусти, кому сказала. Отпусти, кому говорят. Да не переживай ты. Пустое это. Чего ты взял, что я переживаю? Ну. Что ты себе позволяешь? Ну ладно, Аню, ну что такая строгая? Чего там прячь, чего я не видел, а? Вот! А ты чего уставился? Не икона! Дурел! Не, мужики! Не, вы видали, а? Вот сучка-то! А? Вечером в одной палатке ложится, а с утра уже в другой. И ничего, туда же, кочевряжь! Ну ты! Что ты? Да ты чё, младшой? За брата убью. Что? Понял. Чё на людей бросать? Да я сам его убью! Остынь! Что? Ну, всё. Крыша поехала! Давай! Всё, Семён, всё. Всё, ну? Ну? Да вон оно, баранки гну! Вон того. Чё? Втюрился. Кого, Ваньку, что ли? Ну? Ту-ё, а я откуда знал? Ну, все. Ага, все. Ничего себе, пальчик перевязал. Ой. А здорово на тебе. Да уж. Лепило-то. Да, а? Твой тоже не хуже. Ладно, пошли. Пойдем. Получен приказ идти на Дагестан. Опять Дагестан? Зачем? Мало нам одного раза, господин Кирпат. Чем больше мы захватим там заложников, тем быстрее Россия выполнит любые наши условия. Уже захватывали. Значит, нужен еще один решительный шаг. Поверь, Мурат, ситуация изменится коренным образом. Добрый. Пойди расседлай его. Ну, давай. Иди. Молодец, Филос. А теперь иди проверь лошади. Давай. Хорошо, там. Я все сделаю. Ну, и какой дорогой мы идем? Тогда мы шли вот так. А этот маршрут намного удобнее. А это ближе, чем да, отсюда? Конечно. Ну, старик, смотри, а то... А с нами рассчитаются? Конечно, деньги уже отправлены на ваши счета. Безаманно? Как договаривались? Честно, отрабатываем наши контракты. Все в порядке, Гловер. Надо спешить. Спасибо, отец.
Последнее время ты очень изменился, Мурат. Да и Алиханов недоволен. Я бы на твоем месте. Ты никогда не будешь на моем месте. Не поддавайся эмоциям, Мурат. Это может плохо кончиться. Для кого? Для нас всех. Свободен ты мне пока не нужен. Положи все на волю Аллаха. Отряд противника численностью не менее 2000 движется в нашем направлении. Я считаю, что противник пытается уйти в предгорье. Для того, чтобы нам перекрыть путь противнику, необходимо занять позицию на высоте 785-0, которая господствует над выходом из этого ущелья. К сожалению, в этом районе наше присутствие слабое. Войска пока только выдвигаются. Здесь у нас один только десантный полк. И тот разбросан гарнизонами по населенным пунктам. Маршруты противника просчитали? Выход из ущелья один. Мимо этой высоты им не пройти. Сколько понадобится времени для переброски подкрепления? По горам особо не побегаешь. Поэтому не менее 2 суток. Шевкунов, ты тропу перекроешь. Людей не хватает. У меня всего 1 рота в резерве. Больше просто нет. Ну что ж, рота десантников стоит целого батальона. Тут важна внезапность. В общем так, роту на борт, оседлать высоту и удерживать ее до подхода основных сил. 2 батальона 84-го полка уже на марше. Слишком все гладко. Не понял. Подкрепление может не успеть. Полковник, мы не первый день в армии. Все понимают. Тогда разрешите командовать ротой. Лично. Не разрешаю. Кто командир роты? Гвардии капитан Карцев. Что за офицер? Боевой офицер. Садись. Наша задача – не допустить прорыва противника. Еще вопросы есть? Все. Все свободны. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Сто против 2000. Лёш, в этой роте твой Ванька служит. Я знаю. Я подумал, мне в штабе нужны молодые толковые офицеры, может... Спасибо, не надо.
волнуйтесь, мамочка. Анализ у вас замечательный. Все будет нормально. Ты дома будешь? Это вызов всей России. Всему нашему народу. Это нападение на нашу страну. Привет, моя хорошая. Террористы считают, что они... Здравствуйте. Как ты, моя солнышко? Спасибо. Это тебе и принесла. Вот бананчики, тут тебе сачок. Вот. Вы уже слышали, что сказал президент? Что же теперь будет? Ой, моя хорошая. В моей жизни знаешь, сколько всего было? Афганистан, Ангола, Карабах, сейчас вот Кавказ, Ванюшка еще. А я надеюсь и верю. А я верю и надеюсь, потому что все у нас будет хорошо. Да. Да, конечно. И я уверена. Вань, тут Казакову в штабе офицер нужен. Я подумал, может, ты... Отец, ты сейчас лейтенанту или сыну говоришь? Ты знаешь, я за твоей широкой спиной прятаться не собираюсь. Ты сам это знаешь. Я сын генерала, а не генеральский сынок. Да ладно, все будет нормально. Ладно, закрыли. Держи. Матери позвони. Звонили в квартиру Селивановых. Нас нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового... Матери дома нет. Жалко. Мама, здравствуй! Со мной все хорошо. Мам, со мной отец рядом сидит. Мам, соскучился очень. Как там Ксюшка? Она в роддоме уже. Мам, будь с ней, пока она будет рожать. Мам, за нас не переживай с отцом. У нас все нормально. С Ксенией решили назвать сына Алексеем. Мам, ну все, пока. Через 3 месяца увидимся. Все, целую крепко, люблю, обнимаю. Пока. Алло? Алло? Алексеем? Значит, Алексей Иванович будет. Не ожидал, но спасибо. Отец, далеко еще? Если поторопиться, до утра можно добраться. Нам нужно быстрее. Есть дорога короче? Есть. На тот свет. Умничаешь. Замолкни, старик, а то... Не надо меня пугать. Мне нечего бояться. Видел, что я делаю с пленными? Да, твой отец бы этого не делал. Отца моего не трогай. В Коране не сказано, что, убив иноверца, будет уготовлено место в раю, а твои руки по локоть в крови. Замолкни, старик, и запомни, кто не с нами, тот враг наш. Аллах милостив, он призывает нас к миру и согласию. Когда перебьют всех, кто останется жить на нашей земле. И все из-за этих вот. Он вчера под пальмами скакал. А теперь учит меня, как нужно молиться Аллаху. Меня не надо учить. Меня отец научил давно. Разрешите войти, товарищ полковник.
Здравия желаю, товарищ полковник. Положение, товарищ капитан, сложное. В общем, на твою роту вся надежда. Понято. Товарищ полковник Николаевич, если что со мной, семью не оставьте. Понят, Андрюш. Ну, не пуха. О, товарищ лейтенант. А что это, вид у вас такой грустный? Да, не очень-то разговорчивый, товарищ лейтенант. А вот вы никогда не любили? Ну, но сердце ни о ком не болит? Не знаю. Ну, прям как ребенок, а? Ну, мне пора. Сереж! Прости меня. За что? Глупый ты, непонятливый. Я же так ждала. Так верила. Анечка, милая, если бы ты только знала, я хочу тебе сказать... Но, Господи, ничего не говори, милый ты мой. Ты знаешь, через 3 дня я должна уехать. Замена должна прийти. Как? Утоните на флангах! Есть! Давай! Давай!
Старшина! Монки становится депо в машине! И быстро, быстро, мужики! Быстро! Живей, парни, живей! Через шаг, нам еще окапался! Живей, живей, парни! Живей! Потянись, мужики! Потянись! Погодка здесь, Никит. То жара, то дождь. Еще чего доброго, снег выпадет. Тогда уж точно вертушек с подкреплением не дождемся. Бойцы, не о том думайте. Никит. А, Никит? Чего тебе? Слушай, если меня ранит, добей лучше, не оставляй духом, ладно? Слушай, отстань. Гляди лучше в оба. А я что делаю? Товарищ сержант. Товарищ сержант. Не бойся, добью. Товарищ сержант, как вы думаете, надолго эта бодяга здесь? Еще моим сыновьям достанется. Слышь, Ракита, а какого шайтана ты сюда приперся, а? Чего тебе дома не сиделось? На квартиру хочу заработать. А я дембельнусь и в милицию устроюсь. Или в рэкетиры. Здесь ты на квартиру не заработаешь. Здесь, я понял, геморрой только поимеешь. Покемарю. Давай. Пока международные террористы не напали. Ну-ка, сынок, напомни, что воспитывает армия в солдате? Армия воспитывает в солдате три главных качества. Ненависть к работе, богатырский сон и зверский аппетит. Но сон – это главное. Только он приближает нас к дембелю. Но тебе об этом думать рановато. Все, отбой личному составу. Яхшима, рядовые озаренные. Так точно, пик якши, товарищ эфетр. А эти чмыри там? На дискотеках с нашими девчонками. А мы тут. Засунуть их всех в сапоги и сюда. Когда дембельнусь, попробую из них то вякнуть. Мочить буду. Тихо ты! Мочила. Нельзя их пропускать. Не пропустим. А сможем? Иссы, прорвемся.
огонь не открывать, пока не зайдут на минное поле. Сейчас мы им влупим по самой небалуи. Шайтанова торчим здесь, а? Чего ждем? Сваливать пора. Слышь, Каюм, кончай расслабу. Яхше, наше дело служивое. Нам прикажут, мы исполним. А приедем и наполним. Товарищ капитан, в плен взяли. Говорит русский. Я бывший офицер. Офицер бывшим не бывает. Ну почему же? Потому что есть долг, который должны выполнять. Только слышим, должны, должны, должны. Заткнись. Да кому мы должны? Ни дома, ни денег, ни славы. Сережа, отпусти его. Вставай, пошли. У каждого свой путь. Цел? С боевым крещением тебе. Как мы их, а? Запросто. Познакомились с русским десантом. Это вам не фукнуть-пукнуть. Круче нас только горы, выше нас только звезды. Наших убивал? Наших убивал? Наших? Только в бою. Стой. Куришь? Курю. Ну давай. Кричи свое Аллах Акбар. Да пошел ты. Сам пошел.
Высунь рожу, я в нее пуля пущу! А давай побазарим! Ну давай! Слышь, Каюм, не дури, ты же не москвич. Да какая, блин, разница? Салат, салхан, ляукеда, салат. Будем живы, не помрем. Здорово, земеля! Жаныңды сыбырым! У меня граната. А кольцо где? Не знаю. Ну ты даешь. Себя, что ли, хотел рвануть, боец? Чтобы в плен не попасть. Могла бы пригодиться. Перкале. Ты думаешь, я струсил, да? Струсил, да? Струсил! Кончай шуметь, а? Ой, мамочка, как больно! Больно, мама. Ты что? Мама. Красулин. Начинайте! Поможем! Атакуйте! Понял, понял, стрелок! Начинаем атаку! Начинайте атаку! Thank you.
Андрюха, все будет нормально. Сейчас мы тебе укол сделаем, ты только потерпи. И терпи, Андрюха. Терпи. Вот здесь. Я не убитый. Я раненый, правда? Скоро домой поедешь. К маме, к девушке своей. Ты только терпи, Андрюха. Терпи. Терпи, мужик. Я живой, да? Живой, живой. Ты только терпи. Холодно. Терпи. В госпиталь поедешь. Артиллерии бы их прикрыть, товарищ командующий. Рано еще. Пусть духи увязнут как следует. А то все дело испортим. Трудно у них. А то я не знаю. Виноват. Я просто не могу. Не могу, когда ребят теряю. 15-й. 15-й! Долго вы будете ползти, раздолбаи! Вперед, марш! Гранит! Гранит, Коперку! Гранит! Гранит, Коперку! Мы не продержимся! Товарищ капитан, лейтенант Селиван просит помощи, их окружают! Атарик! Атарик! Людей! Селиванову! Будет туго, отходите сюда! И живее, живее, ребята! Три человека и ракета за мной! Быстрей! Живей, живей, парни! Ничего! Товарищ полковник, что с помощью Карцева? Да достал ты уже! Я тебе не волшебник, понято? Понято. Ходишь тут хреновина, порешь с умным видом. И вообще, бриться надо, товарищ капитан. Еще раз в подобном виде увижу, наложу взыскание, понято? Понято, товарищ полковник. Ну и свободен. Ну и иди. Федор! Что о ребятах слышно? Не знаю еще. Что? Все? Плохо, да? Ну ты погоди расстраиваться. Приказа нет. Но скоро будет. Алло,
размышляю. Просыпайся. Подъем! Все, все. Больше не сплю. Чего тебе? Поднимай вертолет. Поднимай вертолет! Ну, капитан, ты даешь. Совсем плохой стал? На подвиги потянуло, да? Наших надо выручать. На тебя вся надежда. Сеня. Ладно, капитан. Трибунал нам обеспечен. Из армии нас уволят. Ну, это и к лучшему. Жизнь будет спокойнее. Ну? Ну, не тяни, время идет, ну! Ну, что ты, как таракан недоморенный? Ладно. Не шуми, капитан. Попробуем. Авось проскользнем. Тараканы, это они живучие. Что? Пошло? Слетаю, блин. Товарищ капитан! Пётр! Возьми меня с собой, умоляю! Нельзя! Не могу я! Возьми! Подожди. Это что такое? Ну-ка, немедленно прекратить! Готов нести ответственность, но после! После! А нахрена мне твоя ответственность? Ты меня под статью подводишь! А ну, выходи! Ладно, лети. Помоги ребятам. Чем можешь, помоги. С Богом! Держитесь, ребята!
Что же теперь будет? Отвоевался, да? У меня. Сын родился. Иван звонил. Да. Говорит, все у них хорошо. Отец к нему прилетел. Сидим, говорит, разговариваем. А я думаю, знаешь, что он делает? А? Компот из вишни ест. Алексей Иванович там что делает? Командировка? Да нет, он сегодня уж в Москву вернется. Ну что, как там наш Селиванов Третий поживает? Ножками стучит? Стучит. Врачи говорят, что все в порядке. Слава Богу. Дай путь! Я гранит! Дай путь! Дай Товарищ путь! Капитан! Я гранит! Прием! Мы должны оставить высоту! Дай путь! Тайфун, я гранит! О чем это тенат, а? Тайфун, тайфун, я гранит! Прием! Мы обязаны спасти тайфун, хотя бы оставшихся тайфун, солдат! Я гранит! Прием! Ишь ты! Тайфун, что такое размыслил? Тайфун, я гранит! Прием! Да поймите, капитан, это наши тайфун, с вами люди, и мы с вами тайфун, за них отвечаем! Гранит, у нас есть приказ, лейтенант! Приказ тайфун, стоять здесь! Тайфун, да что там, что я потеряв здесь прием! Половину пацанов? Тайфун, прошу их, уйду! Достали нас! Гранит, если ты обосрался, пойди за камень и застрелись, как человек. Я скажу, что в бою погиб. А если побежишь, пристрелю сам. А где вертушки? Где артиллерия? Почему мы должны за них гибнуть? Ты что, забыл, сучонок, что денег носишь? Я тебе напомню, сука! Ответь, Гловер. Гловер, ответь, Гловер. Гловер, ответь, Гловер. Ответь, Гловер, Гловер. Ответь, Гловер. Гловер, ответь, Гловер. Не надрывайся. Куплены шакалы уничтожили группу Гловера. Много их. Убитых? Все. Руслан, не паникуй. Русских не так уж и много. Я потерял много своих людей, как ты не понимаешь. Главное, нам сейчас прорваться. Сходу не прорвемся. Другой дороги нет. Федералы накроют нас артиллерией. У нас времени на полет снаряда. Иди атакуй. Бесполезно. Срочно переговоры! Надо попробовать купить или запугать русских! Десантниками это не пройдет! Ты же знаешь! Шайта! Все равно
Надо попробовать договориться, генерал. Иди, командир, иди договорись с ними, ты же из Академии. Тебя они будут слушать. Соглашайся на любое условие. Мы не собираемся подыхать, здесь понял? Все еще капитан. Но ты же знаешь, я неудобный. Жопы лизать не умею. Чего хочешь? Послушай, нас здесь больше 2000. У тебя нет шансов. Если хочешь спасти жизнь своим бойцам, сдай высоту. Помню, в Афгане, Мурат, мы с тобой больше смерти боялись позора предательства. Сейчас ты мне это предлагаешь. Жалко мне тебя. Да не надо меня жалеть! Ты себя пожалей! Ты офицер, Мурат! Посмотри на себя! Как ты можешь жить вот так, предав самого себя? Не понимаю я этого, Мурат. И понимать не хочу, понял? Мула, вали обоих. Стреляй! Стреляй, я сказал! Вали обоих, сука! Должен убить бешеного шакала. Братья по крови, одной веры. Мы должны держаться друг друга. Молись, будь мужчиной. Стой! Не убивай! Рабом твоим буду! Мамой клянусь! Молись! Это все, что я могу для тебя сделать. Весмола!
Чё, сынок, загрустил, а? По дому, что ли, соскучился? И по дому тоже. Не горюй. Скоро боевой орден получишь, дырка в кителе просверлишь или дырка во лбу. Ну что ты, лекаркой, каюм? Продержимся, товарищ сержант. А куда деваться? На, выпей. Слышите? Вертолеты! Гудят, послушайте! Наши вертушки! Мы здесь! Родные! Мы здесь! Серега! Слышь, Серега!
него один вертолет прилетел. Где подмога? Где? Где патроны? Где, где? Сказал я тебе, где? В Караганде? Где? Каюм, патроны есть? Нет. Да ни у кого нет. Не видишь, что ли? В общем, ребята, расклад такой. Обороняться больше нечем. Так что выбор у нас невелик. Либо смерть, либо в плен. А подкрепление? Уже не успеет. Какие соображения? Что будем делать? Я не дамся. До последнего драться буду. Не очень-то хочется умирать 19 лет. Да дело не в том, когда умирать. Дело в том, как умирать. Лучше всего красиво. В общем, так. Этих гадов пропустить нельзя. Надо вызвать артиллерию на себя и в рукопашную. Блин, нас не успеют взять. Наши накроют. Ну, а мы хоть разомнемся напоследок. Потерпи. Патроны кончились, да? Испугался, дорогой? Страшно? Обидно. А ты, капитан, не такой уж нервный. В Афгане воевал, а я воевал. Жить хочешь? Столкни его с обрыва. Совсем плохой, козел. Жить совсем не хочет. Все будет путем в натуре. Хавчик ништяк, тёлки. Зачем он тебе, капитан? А так жизнь. Слово офицера. Офицера. Тайфун, тайфун, я гранит, как слышишь, прием! Тайфун, тайфун, я гранит, как слышишь, прием! Гранит, 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 слышу тебя! Слышу тебя, прием! Тайфун! Тайфун, вызывай огонь на себя! Здесь
весь огонь на себя! Весь огонь на меня! Прощайте, мужики! Будем жить! Слава России! Действуй, полковник. Командуй артиллеристом. Это что такое, Русинов? Бабушка дала. Сказала, когда тяжело будет, зажги. Правильно у тебя бабушка. Русинов. Держи. Что ли, Каюма? Пусть запомнят, суки, как русский десант умирает. Да не трусь ты. Нас самих боятся. А больше раза все равно не убьют. Да ведь должен же где-то он быть. Должен. Не. Где? Кто? Мой сын. Я до армии столько погулял, что наверняка где-то у меня должен сын остаться. Хорошо гульнул, говоришь, да? Досталь! Значит, остался. Что, мужики? Пошли. Пошли так пошли.
трепещет огонь.